В Алматы оштрафовали более 7 тысяч родителей за нахождение их детей в ночных развлекательных заведениях. В ювенальной полиции подвели итоги проводимых оперативно-профилактических мероприятий. Так, за 10 месяцев этого года благодаря ночным рейдам выявлено свыше 18 тысяч административных правонарушений. Всего с начала 2024-го на учет в полицию поставили более 400 подростков. В рамках программы «Безопасное общество» мы совместно с сотрудниками полиции принимаем участие в ночных рейдах. Как вы знаете, после 22:00 увеселительные и развлекательные заведения, такие как ночные игровые клубы, не имеют права предоставлять свои услуги несовершеннолетним. Мы считаем, что профилактика – самый эффективный способ борьбы с подростковой преступностью. Поэтому активно участвуем. Еще один рычаг для профилактики правонарушений – взаимодействие с межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом году члены комиссии рассмотрели больше 350 материалов по различным фактам нарушений. В результате 40 родителей лишили родительских прав. Свыше 1500 привлекли к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию. Полиция, органы и сибнде. За 10 месяцев этого года на учет в отдел полиции было поставлено 425 подростков, а также 439 неблагополучных семей. На системной основе проводятся различные мероприятия с участием заинтересованных органов в целях профилактики нарушений. Помимо ночных рейдов мы посещаем дома, состоящих на учете. В результате принятых мер мы сейчас наблюдаем снижение подростковой преступности на 13%.